Доброе утро! Вы только посмотрите, сколько сейчас время. Я сейчас еду в Санта-Крус. Мне ехать 2,5 часа. Это в сторону Сан-Франциско, но чуть-чуть не в Сан-Франциско, но ближе к океану. И там на сегодня будет проходить женская конференция. Как я там подстелила, я буду сегодня ночевать в машине. Я въехала в лес уже, вот мне совсем капельку осталось. Что тут у нас есть? Мяско какое-то, вафельки и омлетик. Здесь какие-то хлопья и фрукты с молоком. Какая женщина, сколько тебе лет? Ты что, приехала на женскую конференцию? Потому что ты сказала ladies retreat, а не women's retreat. Окей. Смотрите, у кого сегодня день рождения. У моей Аллы. Аллочка, поздравляю тебя еще раз. Спасибо. Ты самая красивая, самая хорошая, добрая, очень приятная. Спасибо. Подружка. Все просто замечательно. Наелась от куза. Вот это наш домик. Здесь несколько комнат. 6, 7, 8. И 5. Вот вы заходите, все такое, вот как оно называется, Pine. И вот есть вот 5 комната, 6, 7 и вот 8. Мы заходим сюда и посмотрите, какой тут вид. Какой это вид? Смотрите, двойная кроватка, еще одна и маленькая. Здесь что, туалет можно? Да. Смотрите, приводит сюда марафет. Ух ты, неплохо. Классно. Я открою душ. Да. Круто, скажите. Я вообще, у меня такие волосы, кажется, черные. А, ну есть у тебя такие черные? Да они у меня не такие. А тут вообще как будто покрашенные черные. На улице очень хочется много сделать красивых фотографий, потому что природа божественная. Да, девочки? Mm-hmm. Сколько он стоит? 175 за 3 дня. Ну, за 2 ночи, получается. Да, 2 ночи. Питание. Мы могли сюда приехать как с самого утра. Мы с девчонки приехали, кто-то в час дня, кто-то раньше приехал. Ну, но вчера началось вообще мероприятие в 6 вечера, мне сказали, да? Ну, 4 часа было заселение. Да, красиво, да? Ты снимаешь и фотографируешь? Снимаю. Букшоп. Кстати, мне еще бейджик даже не дали. Как вам здесь все проходит? Только посмотрите на эту красоту. Красотища. Природа божественная. Кстати, эта территория, получается, американцев. А еще здесь это проходит тоже церковь. Знаете что? Я сижу, у нас прославление идет. И после всех объявлений, когда Жанна Шевченко рассказала, что будет, она говорит, а теперь к нам приехала сегодня девочка. И она приехала только на один день. Мария, где ты? Я такая встаю, и все такие, welcome! Вот она, я думала, она в комнатке уже сидит. Нет, оказывается, вот она здесь. Это наша скрипачка. Скрипунья, можно так говорить? Вот видите, какая огромная. Она так профессионально играет. Ассистент-режиссер. Во, ассистент-режиссер. А она, а Алла, знаете, что делает? Алла шьет. Мне кажется, все знают. Не знают. Вот у нас все такие, которые задействованы в каждое служение. Девчонки, что-то мы опаздываем. Начинается. Съемки у нас не прекращаются.
Мне кажется, мы вообще не дойдем к столовой, потому что эти девчонки, они фотографируются всегда. Посмотрите, чернобрывцы. Ой, как красиво. Смотрите, что мы смотрим. Покажи фотографию. Ух ты, фотография какая красивая. Смотри. Ух ты, они еще и двигаются. Ой, вот только посмотрите на наш обед. Шведский стол, девчонки. Что это? Какое оно все вкусное. А запахи какие божественные. Что тут, кто тут что ест? Супы. Какой-то сливочный. И вот салатик дизайнерский, который мы сами могли делать. Я нет, я не фотографирую. Я только снимаю. Так, нам в эту сторону. Я наелась и ходить не могу. Ой, сейчас лопну. А, у нас сейчас будет общая фотография. Ух ты! Смотрите, театр. Городом кружатся. Ладно, ладно. А что вы вас я снимаю? А, ты... Все, иди. Девочки, у нас сейчас будет общая фотосессия, да? Фотография. Общая фотография. Да, и смотрите, сколько нас всех. Это 215 человек. Посмотрите. Ух ты, как много всех. Сейчас конкурс проходит. Короче, в баночках стоят все такие сыпучие смеси, их нужно назвать. Не раскрывать. Только посмотрите, это рис. Это, что вы думаете? Это сахар. Там есть картофельный, кукурузный крахмал, мука. Ой, смотрите. Моя станция делает там веночки. А вот эта станция делает дизайнерские открыточки своими ручками. Ух ты! Ты какой-то. Это на какой сезон? Осенняя тематика. Видите? На День Благодарения. Очень красиво. А посмотрите мой. А вот мой. Это на Christmas. Мне нравится. Сливается. Как под мои волосы шикарно подходит. Как раз черный. Да, Алла? Да. Да. А если... Ты была здесь? А так, ты посмотри, как. Смешно. Но если бы поменьше веночек, было бы лучше. Оно упало на меня чуть-чуть. Но зато так легче нести. Так, реклама, реклама. Замедленная съемка. И. Идеально. Куда? Нет, не борт. Ладно, беги. Какая порция, я красиво сделала. Сейчас мы пойдем и будем кушать. Вау! Смотрите, чизкейки! Всем приятного аппетита! Посмотрите на мою шляпу. Смотрите, какая у меня шляпа. С веночком таким. Что может быть прекраснее? Это шляпа и веночек. Там-тарам-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там. Приближай, ты там можешь крутить. Чё? Что это такие? Что это такие? Снег! Все, давайте идем. Сейчас вручает вазончик. Как тебе вазончик? Выбрала? Я думаю, какой. Ты помнишь, что это символизирует? Живую веру. Живую веру. Ну, какой тебе взять? Ухаживать за этим. Это все живое. Красный? У нас сейчас чаепитие и общение. Привет! Что тут у нас? Вау! А
сладости полно. А вы хотите посмотреть, какая очередь здесь? Смотрите. Это еще пока не все. Не забываем, у нас 215 человек, а то и больше. Доброе утро! Сегодня у меня второй день, и я осталась на ночевку в домике. В домике очень было тепло, мне очень все понравилось. Сейчас у нас утро, и сейчас у нас 8 утра, и мы идем на завтрак. Мария Рапунцель, сфотографируй, пожалуйста, меня на фоне вот этих цветов. Я тебе свой телефончик дам. Окей. Все? Да. Марафет, приведи в порядок. Уже я не такая красивая. Молодое лицо покрасила, на свое уже смотреть не хочется. Ничего подобного. Мы такие наряженные, идем. И куда же мы идем? Куда мы идем? Мы идем в зал, в конференц-зал. Да, конференц-зал, как все серьезно. Бизнес-зал. Я хотела, смотрите. Верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь. Я все смогу. С тобой я все смогу. С тобой я все смогу. С тобой я все смогу. Верой. О, вот она. Того, кто мир рушит. Нам откроют. Сдвину даже горы. О Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я. То, что мы пели. Все смогу. Вот это мексиканская еда, но я не положила вот такой лаваш, как Валя взяла и как Алла сделала. Лепешка называется, тортилья называется, да? Тортилья. Тортилья. Вот так все красиво. Все машут в мою камеру. Hello. А я иду такая вся. Дольче Габбана. Как вам моя новая курточка? Мне она очень нравится. Это от Прада? Шанель? Что это? Ты забыла? Что это, Алла? Что? Белорусский трикотаж. Покупайте белорусский трикотаж. Это заказано, и она сшита ручной, да? Ручная? Ручная. Ручная работа. С ножной машинкой. Резали ее руками. Вот такие мы, женщины. Да, Валечка? Алла, а тут сейчас с собой нет машины? Так, все, я уже собралась, несла все свои вещи в машину. И я, да, конечно, я планировала спать в машине, но так как я разложилась там, и у меня очень красивая большая кровать вышла, я вам сейчас покажу. Ну, там я уже кучу намусорила там, потому что я положила уже и веночек, который я сделала, и сладости, которые на дорогу, и там, короче, я вам сейчас покажу, смотрите. Когда открываете, видите, какая у меня кровать, лежбище. Тут у меня спокойно, я ложилась сюда и полностью ногами. У меня очень тут много места, очень удобно и тепло. Ну вот, я рассчитывала там спать. А так, получается, не пригодилось. Так, оставляем мы вещи. Все. Самое главное, знаете, что я только увидела, вот здесь поле есть. Наверное, а вот там просто... Сейчас я вам покажу такое, что вы просто будете в шоке. Смотрите. Если мы идем сюда. Смотрите. И отсюда начинается вся красота. Но тут все закрыто, тут ходить можно. Оно все шевелится, все шатается, но... Вау, я хочу снова сюда приехать, потому что здесь нереально красиво. Я даже не ожидала, я даже по территории не смогла походить из-за того, что дожди были. А так, круто. У нас было это в планах сделать вчера, но из-за того, что вчера целый день дождь был, вчера мы ничего не сделали. Как вам красотища?
Божественно просто, нереально круто. Прям я прям хочу. Ну и что нельзя, но я бы очень хотела. Представляете, как это круто? Пошел сюда, туда и пошел вниз. А вот там еще, вот посмотрите, вон видите, зеленая штучка. Вас прицепляют, там инструктор должен быть. Цепляет и вы летите вниз. Такая... Вау, это просто нечто. Ладно, ну, нет так нет. Уже ничего не поделать. Спасибо за то, что вы со мной были эти 2 дня. Я очень рада, что у меня появилась возможность приехать сюда на этот женский, как кемп называется, как Ladies Retreat. И я очень рада, что у меня появилась возможность и вас взять с собой. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал «Всего и побольше». Не забудьте записывать свои вопросы в комментарии. И увидимся в следующем видео. С вами была Мария Карпенко. Всех люблю, обнимаю. Пока-пока!